Сегодня в администрации города в режиме видеоконференц-связи состоялось совместное заседание Координационного совета представительных органов муниципальных образований Ямала, Окружного законодательного собрания, Молодежного парламента. Альмира Новоселова расскажет подробнее. Для представителей пятого состава Ямальского молодежного парламента сегодня состоялось первое собрание. Их приветствовали наставники из законодательного собрания. Работа в молодежном парламенте – это не только признание ваших заслуг, оценка вашего потенциала. Это еще и большая ответственность, доверие, которое оказано вам земляками, поддержано органами власти. Поэтому ваша задача – быть проводниками тех идей, инициатив, запросов, которые рождаются в молодежной среде. Председатель окружного законодательного собрания Сергей Ямкин напомнил об изменениях в законодательстве округа, которые произошли в 2020 году. А директор департамента внутренней политики Сергей Клементьев обратился с призывом к молодежи быть активными участниками общественно-политических процессов округа, участвовать в публичных слушаниях, лидерских конкурсах, использовать для этого всевозможные площадки. Прежде всего, это сети, о которых я говорил, это работа в собственном аккаунте, это работа в группах, в мессенджерах. Сейчас практически каждый житель у нас является представителем журналистского сообщества, потому что мгновенно мы выходим в любые точки и формы коммуникации. В реализации идей помогают гранты в рамках различных конкурсов, а форумные кампании позволяют узнать много нового. Александр Поломарев, представляющий город Лабытнанги в молодежном парламенте, сам не раз становился активным участником и победителем конкурсов. Летом 2020 года мы с командой Центра технического творчества написали проект на грантовую поддержку президента. Выиграли. Проект назывался «Юбилейное лето победы» для детей, которые остаются на Ямале в летний период. Это нам помогло реализовать такие проекты, как «Городская зорница» в рамках Центра технического творчества, конечно же, с юноармейцами, и непосредственно купить новый материал для подготовки детей на окружные соревнования. Каждый член молодежного парламента полон задумок и идеи. Гульфира Шпачинская разработала интересный проект. Планирую реализовать свой проект соревнования на катамаранах на водной дистанции. Вообще планы грандиозные и надеюсь на плодотворную работу и в этой большой команде. На первом собрании активная молодежь выбрала председателя, его заместителей, секретаря, чтобы сплоченной командой работать вместе, делая жизнь ямальской молодежи интересной и насыщенной. Альмира Новоселова, Николай Снегир, программа «Время местное».